Здравия вам, товарищи моделисты. Вот и до меня добралась звездовская новинка. Российский бронетранспортер «Бумеранг» в 35-м масштабе. И за это большое спасибо магазину «Плацдарм». Модель упакована стандартно для звезды. Красочная глянцевая оболочка, а внутри коробка из плотного картона. На торце коробки предлагаемая палитра от звезды и Томии. Количество деталей 409. Длина модели 24 см. На другом торце бокс-арты продукции фирмы «Звезда». И на тыльной стороне фото готовой модели. Кто ее автор, не знаю. Посмотрим, что в коробке. Открываем и видим, что покрышки упакованы в отдельный zip-пакет. Ванна корпуса лежит отдельно без упаковки. В один ужасно шуршащий пакет упакованы сразу 4 литника. И в отдельный, такой же шуршащий пакет, упакован большой литник с верхней частью корпуса. Также в zip-пакете лежат декали, имитация зеркальных элементов и литник с прозрачными деталями. Ну и давайте более детально рассмотрим литники. Начну с ванны корпуса. Деталь выполнена одним элементом, за исключением задней части и верха. Есть ребра жесткости. Это и хорошо, и плохо, так как в местах этих ребер с внешней стороны есть утяжины. Небольшие, но есть. В остальном все хорошо. Следы от толкателей с внутренней стороны, проработка мелких выступающих элементов хорошая, незамыленная. Но оно и не удивительно. Модель неделя как в продаже, так что спешите купить, пока пресс-форма новая. Следующий литник. Большой, с элементами корпуса. Здесь верх, передняя и кормовая части и бока корпуса. Также немного мелочевки. Здесь замечаний нет. Следы от толкателей там, где и должны быть, с внутренней стороны. Утяженные облоя я не вижу. Далее два одинаковых литника с деталями ходовой и подвески. Мелочевка пролита хорошо, без смещений пресс-форм. Все четко. Литник с элементами башни. Корпус башни собирается из 5 элементов. Ствол не имеет отверстия. Конечно, это мелочь, но в 2019 году производители стендовых моделей избавляют моделистов от необходимости рассверливать стволы. Мелочь, а осадочек остался. В остальном все без замечаний. И остался еще один литник из серого пластика, на котором даны люки, элементы водометных движителей и всевозможная мелочевка. Здесь также без замечаний. В наборе 8 резиновых покрышек. Резина средней плотности, выполнена монолитно. На торце покрышки есть надписи «Белшина» и размерная маркировка. Протектор не замылен, но в местах прилива литника есть деформация протектора. Покрышки без нагрузки. Литник из непрозрачного пластика. На нем имитация оптики, прицельного комплекса, фары и триплексы. Здесь и говорить не о чем. Прозрачность хорошая, облоя нет.
К декале есть замечание по смещению цвета на георгиевской ленте. В наборе есть имитация зеркальных элементов. Такие же были в наборе «Гастигр». Ну не знаю, мне кажется, маркер Молотов с этим справится лучше, нежели эта пленка. Веревочка. Типа имитация троса. Ну ее сразу в мусорку. И осталось посмотреть схему окраски и инструкцию. Схема на глянцевом листе формата А5. Предлагается два варианта окраски. Парадный из форума «Армия 2017». Замечание к схеме. Если здесь однотонная окраска, то одной проекции достаточно. А вот здесь должны быть не менее 5 проекций. Справа-слева, спереди-сзади и сверху. Но никак не 2. Информативность данной схемы равна 0. Инструкция выполнена в виде книги формата А4. На первой странице очень краткая информация о прототипе. На первом развороте расположение деталей на литниках и начало сборки. Обычно бронетехнику предлагают начать собирать с корпуса и ходовой, но здесь же звезда предлагает начать сборку с башни. Далее сборка корпуса и ходовой. К сожалению, в модели отсутствует интерьер. А в целом первое впечатление хорошее. Посмотрим, как она будет в сборке. Не переключайтесь, в конце ролика будут фото литников. Более детально их можно будет рассмотреть в группах ВКонтакте и на Фейсбуке. Ссылки на группы и магазин «Плацдарм» в описании к ролику. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!